В поселке Искателей в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Комфортная городская среда» будут благоустроены 3 объекта. На одном из них работы уже завершены, 2 других находятся в процессе. В этом лично убедилась наша съемочная группа. В районе домов номер 3 и 3А по улице Строителей в скором времени появится детская игровая площадка и установят на месте бывших бараков. В настоящее время здесь выполнена отсыпка территории песком и производится ее разметка. В скором времени рабочие приступят к благоустройству игровой зоны. Согласно проекту, на территории площадью 317 квадратных метров установят игровое оборудование, скамейки и урны. Вдоль площадки появится металлическое ограждение и уличные фонари. Подрядчик планирует завершить работу уже в ближайшем месяце. А это уже другой объект – зона отдыха в поселке Факел. Расположен этот зеленый островок на пересечении улицы Молодежной и переулка Газовиков. Здесь есть небольшая площадка для отдыха, установлены скамейки и урны, имеется уличное освещение. Еще один объект, который в этом году будет благоустроен в поселке Искателей в рамках реализации федеральной программы по формированию комфортной городской среды – дворовая территория в районе кирпичных домов по улице Монтажников. Это, пожалуй, самый крупный объект из 3. На сегодняшний день рабочие уже демонтировали старое оборудование детской площадки. Ведется разбивка территории и установка бордюрного камня. Планируется, что уже к осени работы на объекте будут завершены. Местные ребятишки с нетерпением ждут обновления игровой зоны. Вы ждете площадку-то новую? Да. Ну, чтобы она построила, уже построилась. Как отметил заместитель главы администрации поселка Искателей Николай Литвин, на территории муниципального образования есть и другие территории, которые необходимо благоустроить. Но в текущем году средств хватило только на 3 объекта. Здесь были выделены средства из софинансирования федеральный, окружной и плюс софинансирование наш бюджет. Плюс к этому из бюджета Заполярного района некоторая сумма была выделена, то есть в рамках дополнения к комфортной городской среде. Там будет асфальтирование проведено. В итоге эта сумма где-то около 10 миллионов. Это общее, да, уже? Да, это все. Учитывая все. Планируется, что в следующем году реализация федерального проекта по формированию комфортной городской среды на территории поселка Искателей будет продолжена. Это значит, что благоустроенных дворов станет больше. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».